Эти ошибки ландшафтного дизайнера уже не исправить. Я Антонина Болотина, эксперт в области ландшафта на YouTube. Так бывает, что клиенты выбирают не очень хорошие ландшафтные компании для благоустройства своего участка, и тогда такая компания часто может допускать ошибки, которые тяжело исправляются. И, собственно, вот топ из них. Первое. Плохо сделано водоотведение на участке или не сделано вообще. Ну, просто тупо сэкономили. Зачем сэкономили, непонятно, потому что, по сути, что получает клиент? Половодье весной и осенью, клиент получает мох на газоне, клиент получает подмокание корневых систем, растения умирают, погибают. Ну, то есть, весь спектр нежелательных последствий. И исправить такую ошибку можно лишь просто перерыв весь участок, проложив дрены, ливневые стоки, сделав нормальный сбор воды, чтобы участок избавлялся от лишней воды и просто не гнил. Вторая ошибка, которая часто встречается и которую сложно исправить, это когда клиент вроде заплатил деньги, ему сделали ландшафт, а вида никакого нет. Обычно почему это бывает? Потому что посажены очень маленькие растения. То есть растения, которые совершенно не могут сформировать структуру участка. И что же делать в этих ситуациях? Ну, назад питомник растения уже не примет. И мы можем только ждать лет 5, пока эти растения сформируются и создадут какой-то вид, создадут сад, который, собственно, будет питать нас энергией. Достаточно непростая задача, то есть мы откладываем, по сути, жизнь на потом. А я призываю всех своих клиентов жить здесь и сейчас. И единственное, как мы это можем исправить, это только купить новые, более крупные растения. А это снова затраты. И третья, часто, к сожалению, встречаемая ошибка, это когда неопытные ландшафтники неправильно сформировали уклоны на участках. И что мы из-за этого получаем? Вода идет туда, куда нам не надо. Вода идет к фундаментам зданий, скапливается в месте, где посажено растение, и, по сути, просто не уходит с участка. Чем это чревато? Опять мхи, опять подтопление фундаментов, разрушение фундаментов. Ну и эту ошибку-то вообще очень тяжело исправить. Это нужно тогда все это снести, сформировать заново уклоны на участке и все заново построить. А это еще один бюджет на благоустройство. Это прям ошибка очень нехорошая. А с какими ошибками ландшафтников сталкивались вы? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. И не забывайте, ваш сад – это ваше место силы. Не экономьте на том, кто вам будет делать этот сад. Выбирайте только качественных специалистов. Увидимся в новых видео. Пока-пока!